В этот раз на повестке у депутатов 26 вопросов. В числе первых – изменения в закон Карачаева-Черкесии о единовременных выплатах, назначаемых семьям при рождении детей на второго и третьего ребенка. Предложено увеличить пособие. Этот вопрос поднимался главой республики Рашидом Тимрезовым во время его доклада послания об итогах работы за 2020 год и планах на будущее. За предложенные поправки парламентарии проголосовали единогласно, и закон был принят во втором окончательном чтении. 17 мая глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов озвучил о мерах поддержки семей с детьми. Это первое, это новая поддержка при рождении третьего ребенка одновременной выплатой 35 тысяч. И второе, это повысит от 20 до 25 тысяч при рождении второго ребенка. И сегодня было единогласно поддержано на сессии, и мы очень надеемся, что это повлияет положительно на демографическую ситуацию в нашей республике. Эта мера поддержки распространяется на детей, которые родятся с 1 июля текущего года. Обсудили парламентарии и вопрос, касающийся денежных пособий, которые выплачиваются из регионального бюджета детям-сиротам, а именно тем, кто воспитывается в приемных семьях. Депутаты решили установить эту сумму не ниже прожиточного минимума, установленного в республике. Данный вопрос поддержан главой Карачаева-Черкесии. Разработан он был в связи с многочисленными обращениями граждан. Данные выплаты раньше составляли по пределах 7 тысяч до 8300 рублей, в зависимости от возраста. А сейчас устанавливается в пределах 11 тысяч рублей. Данные выплаты будут индексироваться ежегодно при составлении бюджета республики на следующий год. Также в ходе сессии парламентарии обсудили меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного кредитования, вопросы молодежной политики, а также изменения в республиканский бюджет. Дарья Назарова, Мурат Кимрюгов, Архыз 24.